Дамы и господа, добро пожаловать на 11-ю ежегодную церемонию вручения Нобелевской премии. И вот наш ведущий на сегодня – Нил деграсс Тайсон. Спасибо, что пришли. Знаете, я прилетел к вам из 21 века, и, о боже, как ноют мои тахионы! Ладно, это было не в кассу. Или лучше сказать, в деграссу. Сегодня здесь собрались люди многих разных культур. Но нет людей культивированнее, чем наши первые номинанты. За самые экзотические бактерии в чашке Петри. Александр Флеминг за его отталкивающее применение пенициллина. Эдуард Бухнер за его новшество в области брожения. И Барри Маршалл. У него кишка не тонка, чтобы пить собственные опыты. И язвы это доказывают. Лично я предпочитаю награды в области техники. Они просто не такие напыщенные. А теперь, чтобы вручить награду, сюда выйдет человек, который не нуждается в представлении. Его королевское высочество, король Густав V. Здравствуйте, все здравствуйте. Маршал, все хорошо? Что ж, видимо, он выбывает. Но мы внесем его в список в память. Спасибо. Ладно, без лишних слов. Нобелевскую премию получает... Александр Флеминг за пенициллин. А на что мы номинированы? Никола номинирован за маниакальное проектирование, а Мария номинирована на одну из настоящих наград. О, признание леди науки! Давайте не будем придавать этому большое значение. А ведь это даже вдохновляет. Просто соотношение мужчин к женщинам здесь не по Фишеру. А, и не говори. Пришлось хвататься за палку и отбиваться от них. Хвататься за палку. Шампанское, мадам. Тупой дальше, Ромео. Чертов извращенец. Ну, а я просто рад, что женщина получит признание за свою работу. Отлично сказано, Эйнштейн. Так прогрессивно. Ты делаешь первые шаги на пути в эру равенства. Горжусь тобой, Альберт. Меня уже награждали. Ничего такого в этом нет. Тихо-тихо, сейчас моя категория. Многие ученые пытаются отодвинуть границы посредственности, но лишь немногие решили отодвинуть границы ответственности. Итак, номинанты категории «Маниакальное проектирование». Конрад Цузе за его электроманиакальный компьютер. Никола Тесла за его прибор конца света, работающий на яблоках. И Томас Эдисон за его прибор конца света, работающих на грушах. И Нобеля получает... Так как не удалось найти подходящего кандидата в этом году, Нобелевская премия не будет присуждаться в этой категории. Что? Дурацкий, глупый Эдисон и Еблтон. В наших следующих номинантах содержится столько химии, что даже при минус 237,15 градусов по Цельсию у них проблем абсолютный ноль. Дамы и господа, на Нобелевскую премию в области химии номинированы Мария Кюри за открытие элементов радия и полония. Нацисты за изобретение совершенно натурального топлива для Гитлербота под торговой маркой нацистов. И маленький Филипп за его очаровательный вулкан. Только посмотрите на него. Его родители, должно быть, очень гордятся. И Нобелевскую премию в области химии получает... Мария Складовс... Складо... Складовска... Мария Кюри! Ерунда какая-то! Невероятно! Позор Нобелевской премии! Это твоя вина! Он твой сын! Вообще такая это Кэрол! Я Складовская. Переходим к следующей категории. Кто из вас любит инфекционные заболевания? Mm-hmm.
ли хобот? Мы проиграли. Нет! Тихо, тихо. Мы старались изо всех сил. Раз не признали, то шайзы с ними. Давайте просто украдем награды. Ура! Ура! Нацисты! 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 Хитрые нацисты совсем не спят. Украсть у всех награды они хотят. Не удалось им выиграть Нобеля. О, да. Стащат награду они и у тебя. Богач или старик, им все равно. Тебя воровать для них легко. Пусть ты открыл звезду или вылечил себя. Себя, себя, о, да. Вылечил себя. Стащат награду они и у тебя. Отлично сделано. Просто выдающаяся работа. Ладно, кто следующий? А теперь за выдающуюся работу в области химии я присуждаю Нобелевскую премию нацисту 34. Эй, это же ты. Ой, оу, извините, извините. Поздравляю, 34-й. Отличная работа. Ну что ж, на этом все, я? Вообще-то они еще без награды. Что? О чем это ты говоришь? У кого нет награды? У вас? Какого черта произошло? Последние две награды? Ну, наши награды у друзей суперученых. Оу, так это не проблема. Я уверен, что целая комната лауреатов Нобелевской премии что-нибудь придумают. А вот идет Тесла. И бух! Ладно, подобно. Включи еще раз. Гутен так, друзья суперученые. А, лакричные палочки, нацисты! За каким чертом вы сюда пришли? Нобелевской премии. Отдайте их. Мою? Никогда! Вам придется вырвать мою Нобелевскую премию в области литературы из моих холодных, мертвых рук. Да, но мы пришли за настоящими премиями. Отдайте нам награды Кюри, или мы будем сильно вынуждены забрать их. Силой забрать. В кучку! Эти грязные нацисты ни за что не прикоснутся к твоим медалям. Никто к ним даже близко не подойдет. Предоставь это нам, мужчинам. Давайте просто отдадим им премии. Она в бреду от страха. Мэм, вам опасно здесь находиться. Предоставьте это дело нам. Я их отвлеку, а вы, ребята, уведите Марию отсюда. Есть! Нет, просто отдайте... О! Никогда! Не сдавайся! Никогда! 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 Послушайте, Мария Кюри не знает, где они сейчас. И день был очень долгим. Она устала. Голова болит. У нее там... ПМС. Время вышло! Огонь! Кюри, уходи! Дамам здесь не место! Господа, вперед! Сразу вспоминаются
Деньки времен окопной войны. Да, и мне, когда приходилось латать идиотов. О, я и забыл, что ты была полевой медсестрой. Я была доктором. Ай! Уже бегу! Парни, послушайте же меня. Оп! Ни за что. Твои награды слишком важны. Бесценные символы всем женщинам. Верные слова, Фрейд. Я должен сказать, молодец, что стоишь за уважительное отношение к женщинам. Дамы из научного круга заслуживают голоса. А ты, Фрейд, есть этот голос. Просто дайте им... Сэр, они не сдаются. Выпускайте Гитлербота. Заводите его. Прием. Похоже, кому-то надо научить эту штуку манерам. Хватит этого мужского высокомерия! Нельзя так обращаться с дамами! Ради всего святого! Не переживайте, у меня все под контролем! Взять его! Назад! Ох уж эти пуговицы! Болваны! Хотя бы силами пользуйтесь! Костюм тройка. Эй, у меня прекрасная идея. Давайте отдадим уже эти ёбаные награды. Ага, я так и знал. Стокгольмский синдром. Скажи, а ты не была недавно в Швеции? Мы все были. Ты идиот. И все это кончится, если мы отдадим им награды. Защищать без защиты! Твою мать! Вот, забирайте. И Нобелевские премии в области физики и химии получают 27 и 83 нацисты! Поздравляю вас двоих! Потрясающая работа! Ты поняла? Абсолютный ноль, это ноль по Кельвину! Наверное, нам лучше поехать к тебе. Теперь я понял. Тебе не нужны награды, чтобы подтвердить свои достижения. Твоя самооценка и так не зависит от публичного признания. Когда ты отдала награды, ты показала нацистам, что была выше их устарелых ценностей, одержав тем самым моральную победу. Да, наверное. Либо причина в том, что все, к чему я прикасаюсь, облучается. Кстати, возможно, вы все теперь бесплодны. Где же Гитлер, где же он? Черчилль в детстве убил его. Почему так скорость велика? Скорость почему велика? Они клоны с общей ДНК. Общая у всех них ДНК. Как удалось в прошлое попасть?
Тесла, да ты в шоке? Времени машину и мне достать. Демона позвали по имени Барерату. Демона позвали, зовут Барерату. Стащат награду они и у тебя. Стащат награду они и у тебя.